Наташа. Привет. Здравствуй. Здравствуй, Наташка. Нет, хлеба не дают. Чем, чем кормить будем? Чего? Ну не плачь. Не плачь. Все будет. И хлеб будет, все будет. Вот посылает меня за хлебом в Царицын. На Волгу. Владимир Ильич посылает. Хлеб будет. Ну, не надо плакать. Ну, не надо плакать. Ну, какая хорошая. Вон. Ну, вот. Ну, не надо плакать. Не надо. Ну, прощай. Сейчас? Да, сейчас. Ты, верно, не ел ничего? Кто, я? Ну, конечно, ничего не ел. Муленький. Здравствуй, Муленький. Да. Ух ты, малыш какой. А? Ну, что ты мне не говоришь-то ничего? Я с тобой разговариваю, как мужчина с мужчиной. Ух ты, какой гаскун, ты малышку. А, хороший малыш. Маленький. Язык ты усмотри. Ух ты, хороший. Хороший парень. На меня, на тебя похож. Да? Да. Наташка. Ну, поехал. Ну, поехал. Москва, Кремль, Тонаком, Ленину, точка, хлеба. Выслать не можем никуда. Точно. Комиссар Смирнов, ссылаясь ваше начальником реквизиционных отрядов по всем линиям железных дорог. Точка. Совет народных комиссаров осведомлен о совершенно недопустимом и зловредном для советской власти поведении некоторых реквизиционных отрядов. Точка. Отряды посланы для них. А я вам повторяю, что это дурацкий империализм. Владимир Ильич, если вы держите под своим крышком этих саботажников, имейте в виду, что если идет компрометация советской власти, никакие заслуги прожжены, никакая седая борода не будут приниматься нами во внимание. Как вы говорите? К вам пришли. Ага. Простите. Здравствуйте, Алексей Максимович. Очень рад вас видеть. Одну секундочку. Я вам не помешаю? Нет, нет, нисколько. Абсолютно не помешайте. Вы напрасно думаете, товарищ Поляков, что присутствие Горького может помешать мне досадить вам до конца. Познакомьтесь, пожалуйста, товарищ Максим Горький, товарищ Поляков. Алексей Максимович, одну секундочку. Пора, батенька мой, привыкать к государственному тону. Владимир Ильич, я понимаю. Нет, неправда, вы этого не понимаете. А если и впредь не поймет, то пеняйте на себя. Я согласен, Владимир Ильич. А, вот это другой разговор. И гоните вы ко всем чертям всех этих саботажников. Ну, до свидания, товарищ Поляков.
Алексей Максимович, соскучился по вас. Как вы живете? Как живу? Живу в бесконечных и малополезных хлопотах. Что вы говорите? А я вот как раз слышал, что вы ведете огромную и очень нужную работу. Вы значительно преувеличиваете мои заслуги. Ну, это приятно. Ну, обменявшись любезностями, перейдем к делу. Кушать хотите? Покорно благодарю, обеду. Да, вы в этом убеждены. Есть свидетели, обеду. Так, а почему у вас грустный вид? Есть ко мне дело? Разумеется. Ну, давайте. Вот даже принес вот эту бумагу. Давайте. Садитесь, Алексей Максимович. Так. Видите ли, Владимир Ильич, тут вопрос еды. Надо их кормить. А то помрут писатели. И ученые помрут. Хорошо, хорошо, Алексей Максимович, накормим. Так. Да, кстати, вчера академик Иван Петрович Павлов окончательно отказался переехать за границу. В 16-й раз приглашали. Гениальный и приятно злой старик. Вот тут указаны нужды его лаборатории. Вот тут. Затем очень важно вот это. Бумага, типография и уже, простите, обувь. Сносилась. Много ходят. Очевидно, в поисках хлеба насущного. Так. Ладно. Наша наука вправе требовать в 1000 раз больше, чем здесь сказано. Но, к сожалению, мы не можем полностью удовлетворить даже этого списка. Ладно. Ладно, сделаем все, что в наших силах. Хорошо, спасибо. Еще что, Алексей Максимович? Видите ли, Владимир Ильич, тут такой вопрос. Очень такое сказать. Арестован, кто ли? Да, вот именно. Ну. Владимир Ильич, арестован профессор Баташов. А это хороший человек. Что значит хороший? А какая у него политическая линия? Баташов прятал наших. А может быть, он вообще добренький? Раньше прятал наших. А теперь прячет наших врагов. Это человек науки и только... Не-не-не, Алексей Максимович, таких нет. Владимир Ильич, я человек недобрый и недоверчивый. Тем не менее, я готов поручиться за Баташова. Ну-ну. Ваше поручительство вещь немалая. Зайдите к Феликсу Эдмундовичу, поговорите с ним. У него необыкновенное чутье направлено. Ну так. Но вообще, Алексей Максимович, мне хотелось бы вам сказать вот что. Вы делаете огромное дело, а все эти бывшие только путаются у вас под ногами. Вот что я хотел вам сказать. Не знаю. Я, может быть, старею, но мне стало тяжело смотреть на страдания людей. Пусть даже это люди не нужны. Алексей Максимович, дорогой мой горький, необыкновенный большой человек, вы опутаны цепями жалости. Это в такой острый момент борьбы. Отбросьте эту жалость прочь. Она застилает слезами ваши глаза, и они просто начинают хуже видеть правду. Прочь эту жалость. Насилие необходимо, это я понимаю. Но где-то есть у нас суровость лишняя. Вот это не нужно. И вредно. Алексей Максимович, вот дерутся 2 человека. Ну-ка. Как определить, какой удар необходимый, а какой лишний? Не позвольте, если драка не на жизнь, а на смерть. Вы что, товарищ Бублев? Горбов пришел. А, зовите его сюда. Алексей Максимович, вы не уходите. Это старый питерский пролетарий. Серьезный и чудеснейший человек. Добрый вечер, Степан Иванович. Здравствуйте, Владимир Ильич. Пожалуйста, к нам сюда. Знакомьтесь. Товарищ Максим Горький, здравствуйте.
Очень рад. А где мы с вами встречались? К сожалению, мы с вами нигде не встречались. Я вас так узнал. Вас ведь далеко видать. Да, да, садитесь. Садитесь, Степанович. Садитесь, садитесь, Степанович. Ну, расскажите нам что-нибудь интересное. Например, что нам делать с врагами? С врагами? Вот я вот, Владимир Ильич, я побывал в деревне. Но положение, Владимир Ильич, скажу я вам, кулачё-то остервенело. Ножи, топоры, винтовки, пулеметы даже. Все на нас двинули. Война! Вот какая есть. Да, война, война. А с хлебом как? Хлеб, хлеб есть. Есть. Хлеб есть, точно, вот, по вашим словам. Хлеб есть, но у кого? У тех же, у мироедов. Ну, а как? У кулаков. Кулаков. Ну, нам, понятно, ничего не дают. Владимир Ильич, если дело так дальше пойдет, вы меня извините, не бывать советской власти. Да. Да, конечно. Они вам покажут кулаки-то. Вам? Кому вам? А вам, думаете, не покажут, Владимир Ильич? Да и мне тоже достанется на орехи. Ну, без того. Так, Степан Иванович, что же нам делать с врагами? С врагами? Не знаю, как, Владимир Ильич, вы скажете. А я вот что думаю. Что, если нам рабочий класс двинуть в деревню? Тысячами. Да с семьями. А там соберем бедноту, да вместе с нею на кулаков и нажмем. Вот какая история. А ведь уж если мы нажмем, так кулаку не устоять ведь. Да, если средняка к себе перетянет, не устоять. Средняка. Вот это верно, это верно. Тогда не устоять. Не устоять. Будет и хлеб, будет и советская власть. И будет и советская власть. Я ведь хорошо разглядел все, а? А ваша мысль о массовом походе рабочих в деревне, это знаменитая мысль. Давайте действовать вместе. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Давайте нам оружие побольше. Да так кулаков трахнем, чтобы, как говорится, душа из них вон. Вот какая история. Так, Степан Иванович, одну секундочку. Трахнем-то трахнем. Но ведь вот нам говорят, что мы наряду с необходимой суровостью часто проявляем излишнюю суровость. Ведь вот что нам говорят. Это серьезно, Владимир Ильич? Совершенно серьезно. Не может быть. Алексей Максимович, что это сегодня с Владимиром Ильичем? Да сотни лет рекой лилась рабочая кровь. Под нами земля горит. Нас душат со всех сторон. А мы должны пожалеть какой-нибудь, ну, условно, дрянь там какую-нибудь, чтобы все назад возвернулось. Излишняя жестокость. Да я не знаю, ну что я вам буду, Владимир Ильич, объяснять это. Вот вы у товарища Горького спросите. Ведь... Товарищ Горький тоже это хорошо знает. Я сейчас спросите его. Вот я теперь у него спрошу. Простите, я что-нибудь не так, что ли, сказал, нет, Владимир? Нет, вы абсолютно все правильно говорите. Но у меня тут был один разговор. Вчера. Да, Алексей Максимович, суровость наших дней, вынужденная условиями борьбы, такая суровость будет понята и оправдана. Все будет понято, все. Извините. Да, Владимир Ильич, вас к прямому проводу. Ага. Ну, Степан Иванович, зайдите завтра уточком, мы с вами дотолкуем. Слушаю. Алексей Максимович, заходите. И не просите, Владимир, все равно зайду. Вы не сердитесь на меня, я ведь любя. Вы умеете так обругать человека, что он от вас уходит довольный. Да, значит, мало ругаю. Учтем. Товарищ Бобылев. Да? Что случилось?
Симбирск взят белыми. Что такое? В чем дело? За мной гнались. Пал Симбирск. О, это не ново. Господин посол, пал Симбирск. Убитый Ленин и свергнут в Москве, затем Дзержинской, Урицкой в Петрограде. Все в один день. Смотрим. Нужно, мистер Константинов? Нужно купить возможность ворваться в Кремль. Каким образом? Через коменданта Кремля. Он откроет ворота. А кто войдет в эти ворота? Офицерские дружины. Желаю,
Желает кто-нибудь высказаться? Какие имеются предложения? Вопрос ясный. Давай дальше. Есть предложение считать вопрос ясным. Возражений нет? Принято. Второе. Есть предложение после окончания спектакля из зрительного зала не выходить, потому что все равно никого не выпустят. Будет проверка документов. Товарищ начальник, можете продолжать. Комендант Кремля взял деньги? Возьмет. А сколько вы ему даете? 5 миллионов. Недорого. Господин посол. А как фамилия этого коменданта Кремля? Матвеев. Алексей Дмитриевич, говорит Матвеев. Пришел, сейчас я им займусь. Слушаюсь. Будьте покойны. Входите, товарищи, входите. Здравия желаю. Прошу вас. Суп хлебать не будете, конечно. Ну? Ну? Вы решились? Ой. Начало мне не нравится. Прямо не знаю, что делать, что делать. А что, собственно, вас смущает? Да как вам сказать? Должность у меня хорошая. Почет, уважение. Положение на фронтах, знаете? Да вроде как знаю. Но? Но? Значит, должны понимать, что ваши почеты и уважение ненадолго. Это как сказать? Знаете, господин комендант, мы можем обойтись и без вас. Только вы смотрите, не прогадайте. Так я потому и волнуюсь, чтобы не прогадать. Большевики сидят крепко. А ваша власть, будем прямо говорить, черт ее знает. Опять же, не знаю, какие партии у вас, кто в них. А может, вам державы какие помогают? Интересуетесь? А как же? Возьмете деньги, дадите расписку. Так. Начнете с нами работать, а вот тогда можете интересоваться. Понятно? Да, это резонно. Ну? А навар какой за это будет? Что? Денег сколько? А. Ассигновано 2 миллиона. О, нет, за 2 миллиона не буду. Что такое? Ничего не буду, нет, ну что... Не, нет, это же не серьезный разговор. Нет, ты не делай. Господин комендант, мы не на базаре. Вот что, гражданин Константинов, вы меня не видели, я вас не слышал, и давайте очистим помещение. Давайте. Стоп. Ваша сумма. Моя? 2,5. Пишите расписку. Пишите на миллион. А полтора когда? В выполнении операции. Считайте деньги. Наживаетесь вы на мне. Один комендант. Только тихо.
бегает по коридорам, заходит в кабинеты, безобразие. Ты откуда? Оставь мне девочку. Чья это девочка? Приблудная, Владимир. Ты чья девочка? Тебя как звать? Наташа меня звать. Наташа. Наташа, хочешь ко мне в гости? Хочешь, ну вот пойдем. Идем. Вот. Мы вместе с тобой работать будем. Хочу. Ну вот. Ты будешь рисовать, а я буду писать. Ладно? Ладно. Вот отлично. Ну вот. А что ты будешь рисовать? Владимир Пугалев, приготовьте мне прямой провод. 10 часов Северный фронт. 10:30 Царицын со Сталиным. Хорошо. И сегодня же в любом часу с Фрунзе. Достаньте мне в Румянской библиотеке завтра на ночь вот эти книги и скажите, что я утром 10 часов их верну. Хорошо, Владимир Ильич. И изобретите способ покормить девочку. Ну-ка, что у нас тут получилось? Дом. Дом. На небе лягушки ползают, видишь? Какие лягушки? Птички. Ах, птички. Так, деточка, птички не так рисуются. Вот как. Вот, птички. Наташа, что ж тебе мама платье не зашьет? У меня мамы нету. А где она? Она умерла с голоду. А у тебя дома кто-нибудь еще есть? Никого. Седьмой. Феликс Эдмундович. У вас там арестованы крупные спекулянты хлебом. Необходимо их немедленно предать суду. И широко оповестить об этом населению. Объявить, что и впредь будем преследовать каждого спекулянта как заклятого врага, как организатора голода. Вот, пожалуйста. И еще.
еще два слова. Необходимо бросить все силы на спасение детей. Как вы думаете, Феликс Эдмундович, если бы ВЧК взяла бы на себя заботу о беспризорных детях? Так. Хорошо. Очень хорошо. Словом, я вижу, что вы неравнодушны к этому народу. И очень рад. Значит, отныне ВЧК берет ребят под свою крышу. Так. Завтра мы этот вопрос с вами подробно обсудим. Хорошо, Владимир Ильич. Хорошо. До утра. Спокойной ночи. Оставьте нас и никого не пускайте, пока я не позвоню. Что это у вас? Хорошо, я подпишу. Возьмете потом. Есть. Тридцать второй. Простите минутку. Говорит Дзержинский. Вы что, в своем уме? Что вы мне прислали? Какие у вас основания? И это все. И на этом основании вы предлагаете расстрел. Феликс Эдмундович, ну какие же тут еще надо основания? Расстрелять его и крышка. Я печенкой чувствую. Печенкой? Пойдите к Власову и скажите, что я вас арестовал на трое суток. В другой раз будете думать не печенкой, а головой. До свидания. Ну, рассказывайте. Договорились? Продался, Феликс Эдмундович, за 2,5. Миллион задатку. Щедро. Продолжайте. На этот раз держался определенно. Назвался? Константиновым. Так, я должен нейтрализовать охрану, открыть ворота Кремля и впустить какие-то части. Не больше, не меньше? Не больше, не меньше. Как вы с ним условились? 30-го в 5 часов вечера я должен явиться по адресу Малая Бронная, 2, квартира 8, во дворе второй этаж. Пароль? Кострома, отзыв Ярославль. 30-го в 5 часов вечера явитесь туда. Слушай. Дом будет окружен. Помните, товарищ Матвеев, о заговоре мы с вами знаем еще не все. Он может быть гораздо шире, чем мы с вами думаем. И глубже. Смотрите, не спугните их преждевременно. Понимаю. Все. Держитесь просто и правдоподобно. Я, Феликс Эдмундович, изображаю такого вахлачка, такого жадного. Не чересчур? Нет, в самый меру. Ну, хорошо. До свидания. До свидания. Девятый. Николай Дмитриевич, попросите ко мне начальников отделов. Всех. Вашей милости, товарищ Ленин. Земляк ко мне приехала, Владимир Ильич. 20 лет не видались, а тут пристал показать ему Ленина еще. Земляк, да. Тамбовский, значит. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ Ленин. Садитесь, пожалуйста. Как там дела в ваших местах? Да что ж дела, товарищ Ленин. Вот пришел к вам правду у вас искать. Мужицкую. А
Разве есть такая отдельная мужицкая правда? Да, выходит, что есть. Да? Да. Мужицкая отдельная и рабочая отдельная. Это очень интересно. И в чем же она заключается? И ведь как же, товарищ Ленин? Ведь мужик за советской властью пошел. Пошел. Сказала советская власть, кончаю войну, мужик, штык в землю. Верно? Ну? Потом сказала советская власть, забирай барскую землю. Мужик забрал. Верно? Ну-ну. А потом собрал мужик с барской земли хлеб. И что же получилось? Пришли рабочие отряды, и хлебушка-то это тю-тю. А? Вот оно и выходит, что рабочие-то, правда, отдельно, а мужицкая отдельно, товарищ Ленин. А у вас сколько отобрали хлеба? Ай, я не про себя. Нет, у вас лично сколько было хлеба? А так, вот сколько было, столько и сплыло. Не обо мне речь. Так, значит, вы не от себя пришли. Вас послал кто-нибудь? Да, как сказать, мандатов не имею. Нет. А кое-какой народишко за мной стоит. А кое-какой народишко за вами стоит? Стоит. Так, понятно. Но вы сказали не все, что думали. Вяжет. Евдокия Ивановна, можно вас попросить выйти на минуту? У меня молоко на плите, Владимир. Ничего, я посижу. Так что вы хотели мне сказать? Ищите правду, а до конца не говорите. Как же мы будем с вами разбираться? Ну ладно. Хлебушка кушайте. А кто его сеял, мужик? Кто его потом кровью полил, мужик? Кто его жал, кто молотил, кто на горбу таскал? Обратно, мужик. Мужика нет. И, между прочим, вы это отлично знаете. А есть бедняк, есть средняк и есть кулак. Верно? Нет, неверно. Есть мужик справный, хозяин. А есть лодырь. Лодырь – это бедняк. И так это по-вашему бедняк, а по-нашему лодырь. По-вашему хозяин, а по-нашему кулак. Мироед, который эксплуатирует деревню, старается подорвать советскую власть. Власть рабочих и беднейших крестьян. И это у вас, у кулаков, не выйдет. Ну вот что, гражданин Ленин. Россия страна мужицкая. Мы без города проживем. Нам, если ситцу не дадите, мы в холстину оденемся. Если сапогов не дадите, в лаптях проходим. Да. Но вот если мужик хлеба не посеет... Измором, значит, возьмете. А вы как думали? Возьмем. Да, да. Отчаянную картину вы нарисовали. Нехорошую картинку нарисовали. Значит, выходит, вы пришли как бы объявить нам войну. Ну, вы человек ученый, вам видней. Ну, вот что. Запомните и передайте тем, кто вас послал, хотя бы и без мандата. Советская власть штука прочная. Ее создали рабочие крестьяне не на год, а окончательно. И назад пути не будет никому. Пока вы, кулаки, еще существуете, хлеб вы будете отдавать. Не отдадите, возьмем силой. Да-да-да-да. А пойдете войной, уничтожим. Вот вам и вся правда. Настоящая рабочая крестьянская правда. Запомните, пожалуйста. Запомним. Ваше превосходительство. Ну вот, как хорошо договорились. Товарищ Бугулев, проводите гостя. Прощенница просим. Да уж, это как водится. Проходи. Слыхали?
Яков Михайлович. Вот этот кулак. Да, во всей своей неприглядности. Как он сюда попал, Владимир Ильич? Пришел поговорить по душам, прощупать, не пойдет ли советская власть на уступки. Это знаменательное явление. Да, и заметьте, все лозунги эсеровские. А как же, обязательно эсеровские. Бедняк Лодер расист, на мужицкой деревне без города проживет. Прямо Чернов какой приодетый. Яков Михайлович, вы в молоке что-нибудь понимаете? В молоке? Да. В молоке, да. Скоро оно закипит? Нет еще. Ну как нет, а пузырьки? Пузырьки, это не важно. Ну как же, а что вы мне говорите? Не беспокойтесь, Владимир Ильич, тут я могу уже консультировать. А, ну-ну, ну, на вашу ответственность. Вот говорят, что мы суровы. Абсурд! Ни в какой мере мы не суровы, мы слишком мягкие. И напрасно деликатничаем с эсерами. Вот-вот-вот, эти господа скоро нас стрелять начнут, а наша власть иногда больше похожа на молоко, чем на железо. Яков Михайлович, молоко! Вот, вот вам и пузырьки. Евдокия Ивановна, молоко вскипело. Яков Михайлович, пожалуйста. Слушаю. Нет, нет, нет. Мы уже говорили, что декрет об отмене частной собственности на недвижимость должен быть опубликован завтра же. Да. Вот именно потому, что политическое положение напряженное, и вся контрреволюционная сволочь беснуется, именно поэтому декрет должен быть опубликован завтра же. Нет, нет, нет. Политиканствовать и вилять в таких вопросах мы не будем. До свидания. Входите, входите, товарищ Василий. Здравствуйте, голубчик. Здравствуйте, Владимир Ильич. Здравствуйте, дорогой мой. Ну, идемте. Идемте, идем. Садитесь вот сюда, поудобней. Ну-ка, ну-ка, дайте, я на вас посмотрю. Нет, уж дайте мне на вас посмотреть, Владимир Ильич. А, похудели. Что, крепко досталось? Сейчас, сейчас, сейчас. Ешь. Ешьте обязательно все немедленно. Владимир Ильич, я совершенно сыт. Я сыт. Да? Да. Ну-ка, поглядите на меня. А! Ну, ладно. А хлеб довезли. Да. Два эшелона, 90 вагонов. Вот, хорошо, товарищ Василий. Ну, расскажите теперь мне все по порядку, со всеми подробностями. Хорошо. Ну, в Царицын я попал как раз, когда Ворошилов прорвал казачье кольцо и вышел прямо к Дону. Сформировали отряд. Дали мне наши 80 тысяч пудов хлеба и отправили. Велели вам передать письмо. Ну, ну вот и все. Все. Позвольте, ведь у вас же там было целое сражение. Вас обстреляли кулаки в дороге. Не без этого, Владимир. Коротко, но ясно. А вы похудели, товарищ Василий. Товарищ Василий, вы очень нужны Дзержинскому. Найдите время повидаться с ним сегодня же. А как у вас дома? Ребятенок как поживает? Товарищ Василий. Товарищ Василий. Товарищ Василий, что с вами?
скорее врача, сию же минуту врача. Слушаю. Позвоните через 15 минут. Андрей Федорович, очень хорошо. Здравствуйте. Пожалуйста, что с ним? Ничего страшного, Владимир Ильич. Обычный голодный обморок. Голодный. Я так и знал. Что надо делать? Ничего, он сейчас придет в себя. Можно дать ему есть. Да-да. И хорошо бы горячего чая. Товарищ Бабулев, организуйте, пожалуйста, и горячего чаю непременно с сахаром. Хорошо. Этот человек, доктор, только что привез нам 80 тысяч пудов хлеба. Вот. Вот так вот. Выпейте. Товарищ Василий, выпейте. Выпейте чай. И скушайте хлеба. Скушайте хлеба. Да-да. Не, вы съешьте. Да, совершенно... Нам все известно. Нам все известно. Ну, Андрей Федорович, можешь вас на минуту? Да-да. Алексей Владимирович. Здравствуйте. Очень, кстати, приехали. Вы что, больны? Здоров. Устали с дороги? Нет. Немного устал. Вот что. Вам предстоит сегодня в 5 часов очень ответственная работа. Немедленно свяжитесь с Макаровым, он вам даст подробные инструкции. Слушаюсь. Все. У вас еще будет время отдохнуть. Здравствуйте, Феликс Иванович. Владимир Ильич, я еду в Петроград. Да, что случилось? Убит Урицкий. Уничтожен. Знаем. Знаем? А что ж вам помешало? Петров, дайте объяснение. Ну, были на митинге. Ну, был. Почему же вы не стреляли? Тебя спрашивают, Петров. Не мог. Почему? Не мог. Вышел он на трибуну, стал говорить про рабочих. Каждое слово понятно. Взять, к примеру, мою жизнь. Все правда. Не мог я стрелять. Голубчик, вам надо отдохнуть. Поезжайте-ка вы, миленькой, домой, успокойтесь. Ну, поезжайте.
что-нибудь за рабочий. Я понимаю, Всего хорошего. Это очень опасный человек. Соколинский. Возьмите-ка его на себя. Сейчас. Только не здесь. Проводите куда-нибудь подальше. Сколько раз я вам говорил, что убийство Ленина нельзя доверять рабочим. Вы же рассчитывали на мировой эффект. Рассчитывал, Мало ли на что я рассчитывал. А что Ленин выступает сегодня? Сегодня. Вы это точно установили? Совершенно. Я разговаривал с Мухановым. Он очень нервничает, торопит. Каплан здесь? Здесь. Пойдем. Да. Сядьте. Фанни Каплан. Да. Решено. Когда? Сегодня. Фанни. Дай револьвер. Новиков, дайте револьвер. Зарядите вот эти. Что такое? Вероятно, Соколинский. Вы же сами распорядились. Тьфу, полудван. Я же ему говорил, чтобы не здесь. Осторожно. Они отравлены. Тридцать шесть, 37. Гляди, Матвей. Только тихо. Помните, сигнал выстрел. Приезжий из Костромы. Ярославль, проходите. А мы вас ждем. Да знаю, так все, все дела и дела. То караул постоит, то одно, то другое, то пятый, то десятый. Так время проходит. Комендант Кремля. Здравия желаю. Граждане. Матвеев. Замкнуть кольцо.
Здрасте. Здравствуйте. Пожалуйста. Выступление решено перенести на сегодня. Как же раньше об этом не знали? Господа офицеры, особых сигналов не будет. Сбор частей в полной боевой готовности, 1:30 ночи. Прошу сверить часы. Сейчас 6:25. Задание известно всем? Всем, всем. Господин комендант, у вас все в порядке? Абсолютно. Ворот Кремля вы откроете в 2:00 ночи. Слушаюсь. Господа офицеры, вопросы есть? Есть. Предложение. Да. Кроме Спасских ворот, открытие Никольские. Не надо. Слушаюсь. Еще вопросы? А почему выступление именно сегодня? Момент удобный. Дзержинского нет. Он расследует убийство Урицкого в Петрограде. Да он же еще не доехал до Петрограда. Как только доедет, он вернется обратно. Потому что в ближайшие 30 минут будет убит Ленин. Господин полковник. Слушаю вас. Вам, как начальнику штаба, надлежит немедленно. Ой, куда же ты его делать, ай-яй? Я сейчас, одну минуточку. Матвеев? Так точно, Матвеев. Старый знакомый? Да, встречались как когда-то. Да-да-да. Да. Вы куда? А я в портфеле забыл. План кремлевских караулов. Вот как? Да. Чекист. Держи его! Тихо! Не стрелять! Душите его! Душите! Душите его! Тихо, господа! Ради бога, тихо! Кто ж так душит? За яблочко, вот, вот, вот. Да не так! За яблоко! Вот, 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 вот! Ну! Я узнал. Говори. 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 Я пойму. Вася, немедленно спасай Ильича. Беги скорее, Вася. Блин, принимай команду. Перенести осторожно в безопасное место. Есть. Передай. Дзержинскому. Тихо, браток. Тихо.
знаю. А кого привез? Оратора какого-то, почем я знаю? Шофера не знаешь. Советская Россия окружена врагами. Бежит огоньком с одного конца России на другой голоса контрреволюционных восстаний. Эти восстания заведомо питаются денежками империалистов всех стран. И организуются они усилиями эсеров и меньшевиков. И вот вам доказательство. Вы уже знаете, что сегодня в Петрограде убит товарищ Урицкий. Это подлейшее убийство из-за угла, типичное и прямое дело эсеровских банд, как и кулацкие восстания, и чехословацкий мятеж. Все эти фронты, движущиеся на нас, с севера, с востока и с юга, все это, товарищи, одна война, нахлынувшая на Советскую Россию. Мы истекаем кровью от тяжелых ран. Мы переживаем неслыханные трудности. Мы голодаем, мы отрезаны от нефти, от угля. Хлеба нет, а за Градиловки набирают. Вон у моего свояка. Товарищ, относительно хлеба я вам отвечу потом. Товарищи, труднее удержать власть, чем ее взять. Наша революция идет вперед, растет и развивается, но вместе с нею развивается и растет наша борьба. И вот поступила записка. Послушайте, что здесь сказано. Власть вы все равно не удержите. Шкуры ваши натянем на барабаны. Спокойно! Спокойно, товарищи! Я знаю, что это писала нерабочая рука. И вряд ли написавший эту записку осмелится выступить здесь. Пусть попробует! Да, я думаю, товарищ, что он его попробует. Товарищ, когда происходит революция, то есть умирает целый класс, дело происходит не так, как со смертью отдельного человека, когда умершего можно вынести вон. Если гибнет старое общество, труп этого буржуазного общества нельзя, к сожалению, заколотить в гроб и закопать в могилу. Этот труп разлагается в нашей среде. Он гниет и заражает нас самих. Этот труп смердит. Убийством товарища Урицкого контрреволюция объявила нам белый террор. Спокойно, товарищи. Предатели, осужденные волею народа, будут беспощадно уничтожены. Как только кончат, сейчас же на двор. А я постараюсь содержать народ. И пусть бешенствует буржуазия, пусть хнычут длинные душонки, наш ответ, товарищи рабочие, будет таков. Тройная бдительность, осторожность и выдержка. Все должны быть на своем посту. Помните, товарищи рабочие, у нас только один выход – победа! Ибо другой выход – смерть не к лицу рабочему классу.
Владимир. Тому назад было совершено злодейское покушение на жизнь товарища Ленина. На покушение, направленное против его вождей, рабочий класс ответит еще большим сплочением своих сил. Ответит беспощадным массовым террором против всех врагов революции. Тесней ряды. Председатель ЦИК Свердлов. 10:45. Здравствуйте. Морфий? Впрыснут. Пульс. Вот, входные. Фрактура. Больно. Руку крепче. Ничего, 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 ничего. Ничего. Больно. Вот. Первая. А вторая? Шире. Быстрее. Придется приподнять. Осторожненько. Выше. Ничего, ничего, ничего. Так, 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 так. Мягче. Сейчас, 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 сейчас. Больно.
Вот и вторая. Опустите. Тихонечко. Картон для повязочки, шинку. Ну, Владимир Ильич, все в порядке. Пули под кожу, пустяки. Вытащим. Главное не волноваться. Кислород. Да? Непременно. Доктор, это конец? Что вы, Владимир Ильич? Андрей Федорович, мы с вами коммунисты и должны говорить ясно и просто. Если это конец, я должен сделать распоряжение. Владимир Ильич, вы будете жить. Ну, смотрите же. Садись. Фамилия? Новиков. Имя, отчество? Иван Григорьевич. Партия. Правых эсеров. Признает себя виновным в организации контрреволюционного... Признаю. Из Костромы? Ярославль. Харитонова знаете? Угу. Ну, как он там? Арестован в Царицыне. Харитонов арестован? Тихо ты! Что же делать? Выпей воды. Что делать? Харитонов арестован. Да перестань ты! Где Рудковский? Здесь. Что? Арестован. Да-да, Иван Григорьевич. В какой он камере сидит? 16-й. Один? Один. Посадишь меня к нему, понял? Ладно. Да не ладно. А немедленно сейчас же посадишь, пока Дзержинский не приехал. Ну, давай, вызывай конвоира. Стой. Отправьте арестованного. Арестованный, идите. Приехали, Феликс Эдмундович? Да, приехал. Садитесь. Вы были на Малой Бронной? Так точно, был. Где Константин? Бежал. Бежал? Скрылся, Феликс Эдмундович. Такая горячка была. Значит. А остальные? Остальных пришлось пустить в расход, Феликс Эдмундович. Оказали отчаянное сопротивление. Скажите, Матвеев умер у вас на руках? Так точно, товарищ Дзержинский, у меня на руках. Тяжелая утрата. Да, тяжелая. Успел он вам что-нибудь сказать перед смертью? Успел. Что?
Что именно? Да здравствует мировая революция. И только? Глаза. В глаза мне глядите. Провокатор! Оружие на стол. Конечно, предатель. Как я этого раньше не замечал. Мерзавец! Не виноват! Собрали самое сердце революции! Честное слово чекиста! Извините! Называть себя чекистом! Что сказал Матвеев? Не помню, Феликс Эдмундович. Вспомните. Вам придется вспомнить. Что вы наделали? Он мог вас убить, Феликс Эдмундович. Вы понимаете, что вы наделали? Пока все тоже. Коленька, пройдите к больному. Ну что ж, остается только ждать. Простите, профессор, какое состояние Владимира Ильича? Сделали все возможное, да. Но надо смотреть правде в глаза. Неужели ничего нельзя сделать? Будем надеяться на его могучий организм. Да. Не, извините, профессор. Пожалуйста. Профессор. Василий. Простите на дерзкость. Приедет. Да. Я. Я. Так. Так. Еду. Сводки с фронта. Все несут сводки. Много сводок. Положение тяжелое. Не надо говорить Наде ничего. Не надо расставить.
Олег Седмундович. Извольте беречь себя. Отойдите от крыльца. А не стрелять буду. Надо брать Симбирск. Хлеб. Шкут хлеб. Приготовьте камфору. Это нужно отправить немедленно. Хорошо. По этому вопросу докладывали Владимиру Ильичу? Нет, не успел доложить. Тогда отложим. До выздоровления. По этому делу докладывал. Дал указание? Нет, как раз сегодня должен был. Посмотрите, пожалуйста, в бумагах. Может быть, Владимир Ильич оставил какие-нибудь заметки. Это очень важное дело. Хорошо, Яков Николаевич. Ну, давайте дальше. Так вот. Кто? Кто это? Приехал Горький. Кто там? Горький приехал? Держи спокойно. Зовите его сюда. Алексей Максимович. Надя. Позови, пожалуйста, Горького. Это он. Алексей Максимович. Войдите. Здравствуйте, Алексей Максимович, только с условием... Хорошо, хорошо, понимаю. Ну где же Горько, почему его нет? Здравствуйте, Надежда Константиновна. Вот, я слышу его голос. Да пропустите ко мне Горького. Здравствуйте, Владимир Ильич. Алексей Максимович. Владимир Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вам и решение нашего спора. Алексей Максимович. Нет, мы не были суровы. Вот мне и досталось от интеллигенции пуля. Да, Алексей Максимович. К сожалению, меня пустили к вам с условием. Нам придется помолчать. Быть вместе с вами и вдруг молчать. Обидно. Ничего. Мы еще с вами наговоримся. Ну, хорошо. Алексей Максимович. Посидите немножко. Я сейчас
вернусь. Сейчас вернусь. Вот как. Хорошо как. Василий, я вас слушаю. Телеграмма из Царицына. Да? Ну-ка, ну-ка. Наступление советских войск в Царицынском районе увенчалось успехом. Противник разбит на голову. Что, что, что? Еще раз. Наступление советских войск в Царицынском районе увенчалось успехом. Противник разбит на голову. Так. Отброшен Задон. Положение Царицына прочное. Горячий привет товарищу Ленину. Наступление продолжается. Тише, товарищи, тише, тише. Официальный бюллетень о состоянии здоровья
председателя Совета народных комиссаров товарища Владимира Ильича Ульянова, Ленина. Температура 38,2. Пульс 120. Хорошего наполнения. Как? Хорошего наполнения. Не мешай, не мешай. Ну, наполнение хорошее. Ну да. Дыхание 24. Ночь спал сравнительно спокойно. Спокойно. Читай, читай дальше. Кашля не было. Не было, так. И чувствует себя бодрее. Бодрее. Глотание свободное и безболезненное! Почему вы разрешили ему встать? Я говорила, ему нельзя. Ну? А он ничего, ничего. Ну? Ну, не могу же я. Что не могу? Да не могу же я силы держать вождя мирового пролетариата. Сейчас он для вас больной, а не вождь. Где он? Не знаю. Сейчас же разыскать. Отсюда выгнали и тоже выгнали. Вот эта картина мне уже нравится. Ну, а сюда мы еще вернемся. Да, он поправляется. Чувствует себя хорошо. Температура нормальная. Нет, нет, он не встает, лежит все время. Хорошо, передам. Большое спасибо. А кто это говорит? Ах, это вы, товарищ Поляков. Вот как раз вы-то мне, батенька, и нужны. Да-да-да-да-да, Владимир Ильич, представьте себе. Напрасно вы так буйно радуетесь. Я вам сейчас задам такую головомойку. Что значит согласен или будет? Я вас совершенно серьезно с вами говорю. Я вам объявляю строжайший выговор с при... Ага, ну, я вам потом договорю. Это безобразие, Владимир Ильич. Да. Сию же минуту в постель. Я на вас буду жаловаться. Вот это нехорошо. Я ведь не сидел. Доктор, это нехорошая черта. Я очень серьезно говорю. И я совершенно серьезно. Доктор, вы не представляете себе, до какой степени воздух совнаркома для меня полезен. Сию же секунду в постель. А я не спорю. Ну, ложитесь. Доктор, разрешите мне посидеть в кресле? Недолго. Недолго, недолго. Я чуть подремлю. Вот, спасибо. Только ни в коем случае не читать. Это абсолютно исключено. Доктор, вы напрасно там ищете книги, мне их все отобрали. А, ну, это случайно.
смей представить товарища Петя Ивановна. Хорош? Хорош. Пойду положу. Владимир Ильич один? Отдыхает. Отдыхает? Но мешать ему нельзя. Вот что. Передай, пожалуйста, только обязательно передай, что приходил, мол, Василий прощаться. Уезжает, мол, на фронт. На фронт? Да. Передай ему большущий привет. Поняла? Ну, до свидания, Владимир Ильич. Ну, прощай. Ну, Господь с тобой. Да, да надо ли тебя крестить-то? Ведь ты такой. Такой. Ну, берегите его.